Дорогие наши друзья, только что к нам пришла печальная новость, от которой заплакала вся страна. Мы узнали, что сегодня в больницу в тяжелом состоянии доставлен российский певец и композитор Игорь Николаев. Мы пытались выяснить, что же случилось с нашим любимым певцом и композитором. Почему он в больнице, да еще и в тяжелом состоянии. И вот что мы узнали. Он попал в больницу в результате страшной аварии. Сегодня, когда Игорь Николаев направлялся на своем автомобиле на свою подмосковную дачу, на перекрестке ему дорогу не уступил большой груз. Он зацепил автомобиль Игоря Николаева и протащил его около 10 метров. После чего большой груз остановился. За рулем находился молодой парень, который в аварии не пострадал. Для того, чтобы вытащить Игоря Николаева с автомобиля, пришлось вызывать МЧС. Автомобиль резали, снимали крышу, после того достали певца из машины. Уже на тот момент Игорь Николаев находился без сознания. Врачи приняли экстренное решение о его госпитализации. Сейчас он в больнице. К нему не пускают, поэтому пока больше никаких подробностей нету. Мы будем надеяться, что мы узнаем больше и расскажем вам об этом. Давайте поддержим нашего российского певца, друзья. Будем надеяться, что с Игорем Николаевым все будет хорошо. Давайте подпишемся на наш канал, чтобы вы не смогли пропустить наш новый выпуск, который выходит на нашем канале каждый день. До скорых встреч, друзья, на нашем канале.